В 11-й школе Твери в рамках проекта «Разделяя, сохраняй» детям на теории и практике рассказали о важности раздельного сбора мусора для сбережения природных ресурсов. Организаторы мероприятия – Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области и региональный оператор «Тверь спецавтохозяйство». Подробнее смотрите в сюжете далее. 25 пластиковых бутылок – это флисовая кофта. На экологическом уроке ребятам рассказали об актуальности и необходимости вторичной переработки отходов на территории региона. Детям сказали, что начинать внедрять раздельный сбор мусора необходимо именно с себя. Так можно уменьшить объем захораниваемых отходов, что положительно повлияет на экологию. И многие ребята в своем юном возрасте это понимают. Разделяя мусор, можно спасти природу, помочь ей. Это очень важно, потому что перерабатывается, делаются новые вещи нужные и дает вторая жизнь. Не надо меньше портить природу. Мы дома собираем в разные пакеты мусор, вот бумагу, пластик и вот, ну, просто мусор. Чтобы заинтересовать современных детей, специалисты придумывают новые интересные подходы к экологическому просвещению. Компания «Тверь спецавтохозяйство» разработала специальные информационные плакаты, чтобы подрастающее поколение сознательно относилось к сбору и переработке мусора. На плакатах наглядно и понятно говорится для школьников о том, как правильно сортировать твердые коммунальные отходы. Подобные экологические уроки уже дают свои результаты. Все формируется постепенно, и поэтому дети сейчас уже многие говорят о том, что вот у нас дома стоит несколько мусорных контейнеров для того, чтобы собирать мусор. И родители нередко говорят о том, что я хотела мусор выкинуть, пластик туда, где обычные пищевые отходы. Но ребенок сказал, нет, у нас же стоит другое ведро. В школе нам сказали, что пластик нужно отдельно, потому что его нужно перерабатывать, и в землю его уже выбрасывать нельзя. То есть он не разлагается. То есть это... У детей формируются именно в этом возрасте эти знания, и они, конечно, дадут свои плоды. Кроме того, ученики 11-й школы участвуют в других проектах, как «Добрые крышечки» и «Спаси ежика». Это переработка батареек, которые вышли из строя. Дуальная система сбора отходов предполагает разделение твердых коммунальных отходов на две части – вторсырье и смешанные отходы. На контейнерных площадках Твери устанавливаются специальные емкости синего цвета. Сегодняшний день в рамках, опять же, проекта «Экология» со стороны Российской Федерации Тверской области получила синие контейнера, пластиковые синие контейнера, также металлические сетки для раздельного сбора отходов. Вот, соответственно, мы начинаем разделять отходы. Это на пластик, это на стекло, это на макулатуру. Соответственно, на контейнерных площадках в городе Твери на сегодняшний день уже установлено 684 синих контейнера. Цель проведения подобных уроков – воспитать бережное отношение к миру у подрастающего поколения.